Приветствую вас. Смотрите, книгу и курс рекомендовать, мне кажется, несколько нецелесообразно здесь, потому что таких книг или курсов не существует. Существует рекомендации о том, как общаться с ребенком, да? Об этом, в принципе, писала Гиппенрейтер Юлия Борисовна. Вот, можете ее книги найти в интернете. Вот, книга называется «Общаться с ребенком как». Там, в принципе, написано, как именно общаться с ребенком. Но проблема здесь заключается не в том, как общаться с ребенком. Проблема заключается в том, что по какой-то причине вы не уверены в том, что имеете право на личную жизнь. То есть вот вы говорите, что ребенок никого не видел около меня, да? То есть в течение 8 лет ребенок не видел. И вы себя это время ограничивали, получается. Вы не позволяли себе быть женщиной. Вот. То есть, почему ребенок не видел-то? Вот. Еще важным моментом является то, что вы, вероятно, как-то скрывали от ребенка ну, то, что у вас есть мужчина. То есть вот, грубо говоря, мужчина появился, да? Вот. А вы это от него скрывали. От ребенка скрывали тот факт, что ну, что мужчина появился у вас. И у этого, ну, наверное, тоже должны быть какие-то причины. У этого тоже должны быть какие-то основания. Вот. То есть тут что? Тут чувство стыда, вот, может быть, да, уверенность в себе, страх какой-то и так далее. Знаете? То есть, опять же, здесь, ну, как-то вот все это может переключаться, перекликаться, точнее, с тем, что мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович озвучил вам. Это, к сожалению, тут может быть. Вот, то есть, повторюсь, в зависимости от оснований, какие лично у вас основания были для того, чтобы скрывать от ребенка, вашу жизнь, ну, личную жизнь, в зависимости от этого уже нужно смотреть, и в зависимости от этого нужно уже двигаться. Вот, потому что если вы скажете о том, что у вас мужчина, а ребенку не уверен, да, то есть если вы скажете, как бы так, знаете, запинаясь, если вы скажете ребенку это стеснительно, если вы скажете ребенку это неуверенно, то он, почувствовав эту неуверенность, будет вам ее зеркаливать, потому что ему станет тревожно.
То есть, понимаете, вы все равно его родители, и все равно ребенок хотел бы на вас опереться, иметь возможность на вас опереться. Вот. Если вы такой возможности ему не дадите, я имею в виду, что если вы покажете ему, что вы колебаетесь, если вы покажете ему, что вы не уверены в себе, вот, то, собственно, не стоит ждать от ребенка одобрения. Вот. Это первый момент. Второй момент. Это то, что ребенок находится сейчас в подростковом возрасте. У него как бы 12 лет, это возраст пубертата. И, соответственно, возраст пубертата довольно-таки серьезно может сказываться на том, как ребенок воспримет информацию. Вот. Поэтому имеет смысл, прежде чем говорить об этом, посмотреть на то, насколько ребенок, например, удовлетворен, насколько ребенок напряжен, если он напряжен, ну вообще, если напряжен объективно. Вот, и исходя из этого уже действует. А тут говорить про мужчин ему. А в этом возрасте, ну вот в возрасте, вот во время пубертата, у ребенка появляется много интересов, и если ваш, ну, если ваш мужчина, например, скажем так, допустим, мог бы разделить с ребенком какие-то интересы, которые есть у него, вот, то это было бы вообще очень здорово, это было бы весьма на пользу. То есть я имею в виду, с подростком лучше всего взаимодействовать именно вот через интерес его. Вот, через то, что ему интересно, через то, что ему нравится. Ну, вот это самый лучший способ. Поэтому рассмотрите этот вариант и так далее. Вот. Может быть такое, еще, что ребенок просто не допускает, что вы можете быть кем-то, кроме матери. И не представляет, что вы можете быть с кем-то, кроме него. Поэтому, если такое есть, да, то есть чувство собственничества с его стороны, то имеет смысл сперва несколько от него отдалиться, имеет смысл продемонстрировать, что у вас есть своя жизнь, у вас есть, ну, свои дела, вот. Что ребенок, в принципе, уже взрослый, да, вот, и что он, как бы, у него должна быть своя жизнь. Вот. Вообще, если все нормально, то у него уже должна быть
Влюбленность первая, либо быть, либо только начинаться, либо быть в самом разгаре. Вот. Поэтому я думаю, в принципе, что ребенок тоже не дал. Вот. Если ребенок такой домашний, то, конечно, сложнее. Вот. Тут можно было бы попробовать переключить его внимание на что-то другое. Да? Вот. Но, повторюсь, проблематика здесь, она заключается в том, да, что как вы изначально себя позиционировали. То есть если вы изначально себя позиционировали как мать-наседка, да, то есть, ну вот, матька, которая заботиться о ребенке там на вообще вот постоянно, ну, на постоянной основе, да, вот, то это, конечно, очень печально и грустно, и тревожно. Вот. Если просто вот, ну, как бы, так получилось, это просто воля случая, что сложилось все вот так, то, повторюсь, здесь важна плавность, чтобы это было не резко. Ну, вот. Здесь важна честность, вот, и открытость. И однозначность, потому что сын, мальчик, как бы мужчина больше подходит такая вот именно однозначность и определенность в том, что касается каких-то жизненных ситуаций. Необходимо быть готовой к конкуренции между им и мужчиной. А вот, потому что, скорее всего, какая-то такая вот, ну, конкуренция какая-то будет. А вот это, в принципе, нормально. Вот. А вмешиваться в это не стоит. Да, то есть, ну, как бы можно и нужно позволить ребенку, да, как-то вот, ну, попробовать свои силы, испытать свои силы со взрослым мужчиной, вот, кроме того, что, ну, взрослый мужчина, он вообще, как бы, нужен, вот, то есть он, ну, необходим, вообще, необходим, взрослый мужчина. Вот, в доме, как бы, и, конечно, не сказать, чтобы это прям очень полезно было для ребенка, что он вот столько времени развивался без, ну, без мужчины, да, вот. Но, с другой стороны, я понимаю, что, может быть, у вас не было такой возможности, да, вот, может быть, у вас не было возможности вступить в отношения, но тем не менее. Дальше, что касается, значит, того, чтобы поговорить об этом. Ну, как сказал мой коллега, в принципе, ребенок уже все знает,
общаться. И я бы сказал здесь, что важнее признать факт того, что у вас есть некоторые страхи, связанные вот с интимной жизнью. И если эти страхи есть у вас, да, вот, то нужно обратить внимание, ну, в первую очередь обратить внимание на них, на эти самые страхи. И рассказать ребенку о них, о том, чего вы опасаетесь, вот. Это могло бы помочь ребенком достижению ребенком чувства ответственности, вот, такой достаточно форма ответственности, вот. И, соответственно, это могло бы помочь ребенку понимать лучше вас и, может быть, даже самого себя. Вот. В принципе, наверное, то, что вот, ну, то, что можно было бы вам сказать сейчас. Вопрос, конечно, у вас такой, да, ну, достаточно мало информативный, да, поэтому, ну, информации немного. Повторюсь, не стоит вступать в разговор с ребенком, если у вас есть какие-то противоречия, например, потому что противоречия будут ребенком практически моментально считаны, зафиксированы и отреагированы вам. Вот. И будет это, ну, к сожалению, весьма-весьма негативно. Вот. Потому что это будет то, что вот называется, ну, то, что называется тревожностью. Вот. Так что сперва нужно разрешить противоречия, которые могут быть у вас, а потом необходимо понять особенности, ну, индивидуальные особенности вашего ребенка, да, вашего сына, вот, и какие у него есть особенности, чтобы соответствовать с его особенностями, соответствует с его личностью, преподнести информацию максимально, ну, максимально такой корректной форме, да, вот, и уже, соответственно, дальше, я думаю, ситуация будет развиваться так, как она должна, вот. Она не будет развиваться гладко, потому что все равно, так или иначе, процесс адаптации, он будет, процесс адаптации, он так или иначе необходим, и сопротивление будет у ребенка, и определенные переживания будут. Важно, чтобы в этот момент вы были с ним, важно, чтобы в этот момент вы не отстранялись от него и не
чтобы вы не оценивали ребенка всего, чтобы вы понимали его поступки, чтобы давали свое чувствование, да, свое ощущение тех поступков, которые ребенок совершает. Вот, но чтобы не было такого, что вы его оценивать, всего оценивать, так как вот, как человека, как личность, это важно, достаточно, вот, ну и последнее, что я хотел сказать, это то, какую проблему вы решаете сами, да? Вот, очень важно понять. Вам что нужно? Вам нужно одобрение ребенка. Вам нужно его разрешение на то, чтобы вы, например, были в отношениях с кем-то. Вам нужно, чтобы он, я имею в виду ребенок, следовал позиции, которую вы считаете верной. То есть вот какую проблематику свою вы пытаетесь решить, прежде чем разговаривать с ребенком, вот, нужно убедиться, что вы нацелены как бы на него, что вы нацелены на ребенка, что вы нацелены именно вот на его благополучие, на его благосостояние, вот, а не на себя, вот. Это важно. Если ребенок почувствует, что вы нацелены на себя, а не на него, то это даст обратный эффект, и он просто будет агрессировать. Идеального варианта нет. Вы понимаете, то, что идеального решения, идеального шаблона поведения не существует. И я бы сказал, что вот то, что вы задаете свой вопрос, вот так, то есть, по сути, не раскрываете никаких особенностей, никаких индивидуальных черт. Но вот я бы сказал, что вы таким образом предполагаете, что ваш ребенок не уникален. Вот. Что есть какая-то книжка, в которой есть уже готовые модели поведения. Вот. То есть я понимаю, да, что, скорее всего, вы об этом, ну, не думали об этом, вот, ну, что называется, с такой стороны. Но для меня это выглядит так, что по факту, да, по сути, я считаю, что в моем ребенке нет ничего особенного, раз ответы на вопрос можно найти в книгах. Вот. Подсознательно это так. То есть вы можете объяснять себе это, вот именно себе. Вы можете объяснять это как угодно, но глобально это выглядит так. Именно глобально, повторюсь. Поэтому я бы хотел, чтобы вы подумали, да, стоит ли искать ответы на вопросы по, наверное, самому близкому и родному вам человеку в книгах, в тех источниках, где все унифицировано. Вот, и достоин ли ваш ребенок этого? Лично мне хочется верить, что нет.
Просто мне хочется верить, что вы придете к, ну, к другим выводам. Да, я надеюсь, что вы придете к другим решениям. Я надеюсь, что как минимум вы станете, ну, относиться к ребенку. Если сейчас этого не делать, как к индивидуальности. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.